У Костенко и Тарасова дома живет лабрадор по кличке Тара. Накануне семейство решило поиграть с собакой во дворе, а Дмитрий снял это на видео. Вместе с беременной супругой они играли с собакой в мяч. В какой-то момент Костенко убегал от собаки с мячом, а Тара попыталась отобрать игрушку, в результате чего Анастасия оттолкнула животное ногой. Многие подписчики восприняли это как издевательство над собакой. На страницах Дмитрия и Анастасии появилось множество негативных комментариев. Живодерка. Настя на последнем видео пнула собаку. Зачем заводить, если потом бьете? Возмущались многие пользователи сети. Вполне возможно, что Анастасия не хотела пинать свою собаку и оттолкнула ее от себя инстинктивно, защищая уже заметно округлившийся живот. Сама Костенко отметила, что они собаку не бьют, а просто так играют.